Это стало доброй традицией широко и весело отмечать праздник Малой Родины. 10 июня в небольшом сельском парке вблизи Березовского краеведческого музея, который общими усилиями и жителей, администрации и предприятий территории подготовили к празднику, установили сцену. Здесь же располагались разные развлекательные объекты, выставки и угощения. С приветственным словом выступила заместитель главы района Татьяна Родькина. Сегодня у вас замечательный праздник. Это день рождения вашего любимого села. И его с одинаковой радостью отмечает молодежь и пожилое поколение, маленькие ребятишки. Потому что нет ничего удивительнее и милее своей малой родины. Разрешите от администрации района, районного совета депутатов поздравить вас с этим праздником и вручить памятный адрес главе муниципального образования села Березовское Людмиле Михайловне. Аплодисменты! Руководитель отдела сельского хозяйства администрации района Евгений Петухов по поручению Краевого министерства и лично министра сельского хозяйства Леонида Шорохова вручил почетную грамоту механизатору акционерного общества «Березовское» Алексею Ковалеву. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса России награждается почетной грамотой Ковалев Алексей Николаевич. Ну и еще раз поздравляю с праздником, успехов, молодым стремиться к тому, сохранить, что сделало старшее поколение, и сделать еще лучше. Стройте, развивайте свое село. С праздником! Спасибо! Глава поселения вручила почетную грамоту руководителю градообразующего предприятия Евгению Турчанову. И еще многие березовцы получили в этот день награды за свой вклад в развитие села. Дорогие земляки, всех с праздником! День села. Сегодня вот эта грамота, это грамота нашего коллектива, который старается внести достойный вклад в развитие нашего поселения. Я думаю, что вот не боюсь высоких слов, что мы сделаем село Березовское лучшим селом Курагинского района юга Красноярского края. Потому что у нас все есть задатки. Сегодня мы видим, как молодежь начинает любить малую родину. Я позволю себе чуть-чуть отвлечься. Вот второй год подряд сегодня школьники идут с удовольствием работать на сельхозпредприятия. Это говорит о многом. Это говорит, во-первых, о том, что мы переломили ту ситуацию, когда деревня не имела престижа. Когда сегодня деревня становится лучшим действительно местом для обитания. И становится та пословица, когда где родился, там и пригодился, актуальна. Еще раз всех с праздником. Спасибо. День села в Березовском продолжался еще очень долго. Он был наполнен развлечениями для детей и взрослых, праздничным концертом, а еще спортом. Ведь традиция Дня села включает в себя и спортивное соревнование. То есть два дня проходит праздник. Первый день гуляния, второй день у нас на спортивную тему спартакиада приезжает... другие поселения, мы соревнуемся в футболе, в мини-футболе, в лапте, ну, в деревенских наших играх, можно сказать. Я хочу пожелать самого доброго, процветало, чтобы все были живы, здоровы, не болели. Что еще могу я сказать? С праздником, дорогие односельчане!